В Румынии наблюдается всплеск случаев заболевания лихорадкой из Западного Нила. Вирус переносится комарами и клещами. По данным ВОЗ, 80% инфицированных людей не чувствуют никаких симптомов. У 20% развивается лихорадка. У 4,5% болезнь заканчивается летальным исходом. Вакцины, разработанные для людей, не существуют. Лихорадка Западного Нила – заболевание, характеризующееся высокой температурой, серозным воспалением мозговых оболочек, системным поражением слизистых оболочек и лимфаденопатией.